Меня зовут Белякова Александра, мне 23 года, и я приехала из города Дзержинск. Я смотрела «Первый голос», и я настолько понимала, что это моя стихия. У тебя есть парень? Нет, у меня нет парня. Поцелуй меня. Можно в щечку? Я тебя поздравляю, у тебя теперь есть парень. Знаешь, что я смотрю на тебя? Поддержка близких и настрой позитивный достаточно, чтобы мое выступление прошло хорошо. Это кто такая красивая тут стоит, да? My mother. Такая мама, ничего себе, какая мама молодая. Мама просто волнуется больше, чем я, в 1000 раз. Я очень волнуюсь. Это единственное, что мне иногда мешает. Медленное что-нибудь нам с мамой, да? And I will always love you. Я себе пожелаю спеть сердцем, душой, прокайфовать на сцене. Ну, поднялась хорошо, слушайте, а? Вроде как даже спокойно, свободно. Уверенно. Да, уверенно абсолютно. Нашла кусок сцены свой. Блин, как они все поют, крутят, закручивают, просто круто бесконечно. А допевать-то надо было. Чего не допели-то? Все сломалось, все повернулись и решили, а, ну и ладно, хорошо. Я уже просто не ожидала. А не ожидала, а мы должны были, значит, а ты не ожидала. Как вас зовут, представляете? Александра. Хорошо, мне 23 сколько лет? Года, я из города... 23? 23. Понятно, откуда? Я из города Нижний Новгород. Понятно. Прекрасно, Александра. Спасибо большое. Все на месте. Хватануло ноты, которых в оригинале там даже и не было. Да. Решила, ну я сейчас хватану еще туда, да, наверх. А мы избалованные коты сидим. Да, такие думаем, да. Ну оно будет, да. Какая-то. Ну, что? Да. Будет какая-то, ну, штука. Ну и хорошо поет, да. И что дальше, да. Понимаешь? Нет, она дальше бзды не сделала. В самую последнюю фразочку спела, мы с самым большим, оп! А потому что надо удивлять, правильно сделала, что удивила. Да, молодец. Ждали этой фразочки. Молодец, девочка. Так и надо с этими, понимаешь, тут сидят какие-то, знаешь, что из себя что-то, да. Взбодрило. И все. Ну, Саш, давайте, выбирайте, потому что, ну, говорить, собственно, не о чем. Нас тут двое, а вы одна. Пойти надо к кому-то одному. Ножка, боже, это очень трудно, я безумно обожаю Леонида Агутина. Александр Градский, вы тоже великий человек.
Я не знаю, мне подсказывает так мое сердце, я пойду к вам, Александр. Спасибо. Умничка. Спасибо. Молодец. Здорово сделал. Браво. Браво. О. Нифига себе, при таких данных еще и поет, слушай. Я сижу, думаю, круто, как поет. Я малейшая неточность, я такая... Не-не, хорошая, хорошая, очень хорошая. Она очень хорошая. Очень хорошая. Саша! Звезда! Это колокол неожиданный выбор. Сань, ну согласись, что я тебе приношу удачу, а? Да. Ты знаешь, я тебе благодарен. Я сегодня получил несколько приятных моментов, танцуя с твоей мамой. Вот. Когда ты, наверное, будешь петь так же, как танцует мама, ты можешь считать, что жизнь прожита не зря. Спасибо тебе большое. Сейчас снимай леопарда и отдыхай уже. Давай, слушайте. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.